Еще раз всем добрый вечер. Мы в Череповце, в Ледовом дворце, на хоккейном матче чемпионата КХЛ. Северсталь Витязь 6-2. Впереди хозяева площадки. Очень результативный матч. И пока больше двух минут еще остается до начала третьего периода, предлагаем вам посмотреть все заброшенные шайбы. Первые две трети этого матча. 4-0 после первого периода было впереди Северсталь. Дважды отличился бывший игрок Витязя Павел Чернов. Причем это две первых его шайбы вообще в этом сезоне из-за Северсталь в частности. Затем Александр Евсеенко в большинстве и Евгений Монс в равных составах. 4-0 по итогам стартовых 20 минут игры. На второй минуте второго периода Иван Иванов в большинстве одну шайбу отыграл, но почти тут же Сергей Монахов убежал 1-1. Сделал счет 5-1. На 31-й минуте Вячеслав Солодухин с передачи Максима Финогенова делает счет 2-5. И шайба попала от конька в ворота Северстали, но арбитры решили, что все здесь было в пределах правил. Но и опять-таки менее минуты проходит, 55 секунд, и Игнат Земченко после похожей комбинации забрасывает шестую шайбу в ворота Витязя. Таким образом, оба голкипера подмосковной команды по три шайбы уже пропустили. Иван Бесутин и Юхан Бахлун. Ну а итог двух периодов 6-2 в пользу Северстали. Ну и отметим также, что Сергей Монахов, а также как и Павел Чернов, свою первую шайбу забросил в этом сезоне. И первую шайбу, соответственно, за Северсталь. 17-й его матч, была одна голевая передача. Вот теперь первая заброшенная шайба. Счет Сергея и поздравляем. Вот видите, как Максим Афиногенов ассистировал Солодухину при втором взятии ворот Северстали. Ну и вот такой ответ был череповецкой команды. Николай Казаковцев делает передачу на Игната Земченко, и тот отправляет шайбу в незащищенную часть ворот. Появились команды уже на льду. Более того, стартовые пятерки уже занимают исходные позиции. Вот видите, были шансы еще